Алло. Алло. Здравствуйте. Департамент розыска клиентов Национального банка ТРАСС. Мария Сергеевна меня зовут. Алину Леонидовну Мельник, пригласите к Ой, телефону. елки-палки, вы сегодня еще 20 раз позвоните, да? Ну, я больше не буду ничего рассказывать. Посмотрите, ваши коллеги там сегодня звонили, все, получили информацию полностью о ней. Больше не буду отвечать на ваши звонки. Вы недавно сим-карту приобрели? Нет, она переадресацию включает. Настроила на нашу организацию переход звонка. А для чего переадресацию на вас? Я все объяснял уже вашим коллегам. В двух словах, мы юристы, она обратилась к нам за помощью. А как кому обещали, каким коллегам? Телефон не оставили вам контактный? Ну, человек 5 сегодня позвонило. Вот эти ваш траст, департамент. А для чего тогда на вас переадресацию поставили? Чтобы вы отвечали на вопрос, получается, ну, я так? Же не попугай по 150 раз на одни и те же вопросы отвечать. Вы сами представляете ее интересы? Или как организация? Это организация, я дежурный специалист. А что за организация? Вот об этом я и говорю, я не попугай. Ну, так на вас переадресацию поставили. Значит, ну, а сколько мы что, вам будем вы, вам звонить, сколько вы заняться будете больше отвечать. По 10. А да вы вам мне нечем тут условия что заняться? На рассказывать? вас Будете как мне переадресацию работать, что ли, поставили. или что? Вот, будете работать, выполнять свои, значит, должностные обязательства. Да вы мне, что ли, указывать на вас тут будете? Поставили переадресацию, значит, будьте добры отвечать да на вам вопросы. Все, я уже ответил. 5 Нет, раз вы за не сегодня. Отвечаете. Я вам задаю вопрос, А вы не кто вы отвечаете. такая? Значит, вы не выполняете Внимание, свои кто должностные ты такая? Обязанности. Вы сейчас не выполняете свои должностные обязанности. Представьте, Ты во-первых. Кто такая? Представьте, с кем я Прежде разговариваю. Ты Я звоню мне представься. Алине Леонидовне Мельник. Ну На и что вас теперь? Поставили переадресацию. Представьте, я с сейчас кем тебя я оскорблять разговариваю. начну. Ты кому звонишь вообще? Вы кем являетесь? Я звоню Алине Леонидовне Папой Мельник. Карла я Раз вы являюсь. являетесь Надоели юридическим мне, придурки. лицом, будьте добры назваться. Я ж тебе сказал, папа Карла. Хорошо, я доведу до клиента, как вы представляете, ее Давай, интересы. Только разгону Я возьми думаю, она побольше. будет не заинтересована в дальнейшем с вами Да ты сотрудничать. Думать, ты учись сначала думать.